Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Подписывайтесь, если вы здесь впервые. А в этом видео мы сделаем укрепление натуральных ногтей и градиент полигелем. Подготавливаем ногтевую пластину. Отодвигаем кутикулу апельсиновой палочкой. Будем использовать шлифовщик 180 грит. Убираем блеск с ногтевой пластины. Приступаем к маникюру. Я буду использовать фрезу «Вытянутый конус». Ей я работаю в боковых пазухах. Убираю птерингий. Сначала работаем в правую сторону. Переключаем аппарат на реверс и работаем с левой стороны. Раскрываем кутикулу и работаем в боковых пазухах. Убираем кутикулу при помощи ножничек. Теперь будем использовать фрезу цилиндрической формы, и ей мы зашлифовываем кутикулу. Завершаем маникюр фрезой пламя. Дорабатываем в синусах боковые стороны, убираем остатки птерингия. При помощи обезжиривающей жидкости убираем следы опила и обезжириваем ногтевую пластину. Наносим тонкий слой каучуковой базы. Полимеризуем в лампе 30 секунд. Теперь будем использовать белый
полигель. У меня фирма InGarden. Он достаточно плотный, ярко-белого оттенка. Работать с материалом я буду плоской кистью из синтетического ворса. Набираем на шпатель небольшое количество полигеля и кладем его на ноготь. Слегка смачиваем кисть обезжиривающей жидкостью и распределяем материал на верхнюю треть ногтя и растушевываем материал к основанию ногтя. Выравниваем свободный край, убираем остатки материала. Кладем материал к верхней трети ногтя, прижимаем его, распределяем по ширине. И аккуратно растушевываем. Эта техника достаточно быстрая в исполнении и решает проблему сколов и отслоек в зоне свободного края. Если ногти получаются широковаты, можно их немного прижать и досушить материал. Полимеризуем в лампе 1-2 минуты. Это зависит от вашего материала. Белый цвет полимеризуется чуть дольше, чем прозрачный камуфляж. Приступаем к опилу. Thank you.
Сейчас я буду использовать фрезу кукуруза. Убираем остатки материала под ногтем. Фреза у меня среднего абразива с зеленой насечкой. Обезжиривающей жидкостью убираем остатки опила. Наносим молочную базу тонким слоем, максимально близко к кутикуле. Закрепляем топом без липкого слоя. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и до новых встреч в следующем видео.